В дни школьных каникул в Тобольской гимназии имени Николая Лицмана состоялась творческая смена для школьников «Веснянка». Подростки посетили мастер-классы по направлению блогинга, узнали возможности медиапродвижения и реализации себя в интернет-пространстве. А еще проверили свои лидерские качества. Школьники сыграли в мозгобойню, прошли тропой доверия, на дискотеке зарядились энергией на новую четверть. Вы не устали! Классно! На традиционном огоньке педагоги и участники подвели итоги. Теперь школу актива планируют проводить ежегодно.